Всем здравствуйте! Сегодня хотелось бы рассказать о промежуточных итогах, над чем сейчас работаю и что в каком состоянии. Чем работаю, какими инструментами и какими материалами. Значит, первая работа перед вами. Выполняться она будет из двух силиконовых полуформ, то есть лицевой части и тыльной. Что такая работа. Значит, сам для себя открыл новый инструмент, как бы. До этого у меня стеков было много, но с недавнего времени хотелось попробовать более дорогие, более современные. То есть это стеки из нержавеющей стали. Как показала практика, они очень удобные. Я даже не ожидал, что ими настолько удобно работать. Работа выполняется гораздо быстрее. До этого у меня были и вот такие, и такие вот, и еще вот такие. Самые первые пластмассовые вот такие вот. Вот, их целая тут же гора, на самом деле, скопилась всяких разных. Но, вот правда скажу, вот этими очень удобно работать. Ссылочку оставлю под видео, кому интересно будет, посмотрите. Значит, это что касается этой работы и что касается инструмента. Так, по поводу пластилина спрашивали, что за пластилин, как называется. Пластилин вот такой вот. Приобретаю я его в своем городе, где живу. Ценник на нем написан. Так. По пластилину расход примерно уходит где-то на такую фигурку. Высота фигурки у нас по пластилину 300 мм, по самой верхней точке 260. Две упаковки уходит. В упаковке у нас 0,5 кг должно быть. В общем, не вижу, где написан вес. Да, масса 500 грамм. Две упаковки. То есть килограмм пластилина рассчитывайте, что у вас уйдет на фигурку. Это то, что касается этой фигурки. Дальше. Вот такой вот код. Тоже код несложный. Будет состоять всего из двух частей, из двух половин. Лицевой и тыльной части. Все, сойдется он по замкам, закроется форма. Вот такой вот код. Дальше. Пес. У пса я уже показывал, только не было по периметру пластилинового бортика. Сейчас, значит, я его доделал. Вот так будет выглядеть линия примыкания. Здесь видно. Он будет состоять из трех частей. Лицевой, тыльной и та, что находится между лап. Еще один код. Так. Еще один код. Тоже форма интересная. Рельефная, текстурная. Тоже будет состоять из трех частей. Лицевой, тыльной и то, что находится между лап. То есть все лапки у него сохранятся. Он будет полноценный. С отдельно стоящими лапками. Так же, как и пес. То есть, кто если не видел, сам могу показать поближе. Вот такая. В дальнейшем получится отливка. Это гипс. Или вот, к примеру, медведь.
Медведь тоже полноценный. Все лапы у него отдельные, стоящие. Это тоже гипс. Дальше. Сегодня пришла еще вот такая вот белка. Тоже она не маленькая, тоже достаточно интересная. Ну, по крайней мере, для меня. Мне она очень нравится. Веселая вот такая. Тоже над ней хочу поработать. Надеюсь, видно все ее. Это одна модель. Дальше продолжаем работу над Грутом. Наконец-то я его увеличил. Теперь он стал значительно больше. Видно, надеюсь, да? Его распечатали на 3D принтере. И сейчас у него не совсем такой вот эстетичный внешний вид. У него есть поддержки, над которыми надо поработать, их зачистить. Здесь, здесь, здесь. Ну и маленько поработать над ним наждачкой. В дальнейшем я все покажу. То есть он будет тоже состоять предварительно из трех частей. То есть лицевой, тыльной и та, что будет формировать внутреннюю полость. Вот. Но это предварительно. Возможно, еще появятся здесь какие-то дополнительные части. Тоже покажу. Видео о нем обязательно сниму, как его буду делать. Следующие варианты. Что именно конкретно интересно? Интересен еще вот такой вот череп. Тоже хочу над ним поработать. Все модели, которые я вам сегодня показывал, мне прислал заказчик. И после того, как я сделаю форму, они тоже все формы на заказ, они вместе с формами, модели вместе с формами уедут обратно к заказчику. И еще вот такой вот, такой вот череп. Так, по поводу моделей. Ага, еще не сказал. Сейчас, одну минуту. Еще одна модель, над которой поработаю. Значит, это вот такая вот сова. Сова с подсолнуха. Очень текстурная, очень рельефная. Очень мне нравится. Я думаю, она будет очень успешна и популярна. Это то, что касается моделей. По моделям сказал. По материалу сказал. Над чем сейчас работаю, тоже рассказал. Предварительные итоги подвел. Вот. По пластилину рассказал. Так что на этом, я думаю, закончу короткое видео. О дальнейших итогах и о продолжении своей работы обязательно сниму видео. Что как получилось. Кстати, по формам. Формы, когда сделаю, сделаю первые пробные отливки, обязательно обкатаю их. И на формах укажу количество гипса, которое необходимо для отливки данной фигуры. Количество гипса и воды. Чтобы заказчик уже не заморачивался по этому поводу и не считал отдельно, сколько на это, сколько на ту. На форме будет все написано. Это для удобства заказчика. Значит, на этом, наверное, закончу свое видео. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо за поддержку. Спасибо за то, что смотрите и ставите лайки. До свидания.